Идем сюда, идем, 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 детишечки. У меня для вас есть хороший ножик. А знаете, что с ним делают? Бьют вам в маленькое ваше маленькое детское брюшко. Я только пошел стоять. Добро пожаловать! Заходите, заходите, мои дорогие друзья, заходите! Мой замечатель пиццерию, туда нельзя. А ты чё, сам умный, что ли? Ты чё по головам прыгаешь? Ты что, пиццу так сильно захотел? Ты где? Где твоя мама с папой? Тут девчонка залезла, короче, на стол, не хочет уходить. Странно вообще, на самом деле, машина едет сами по себе. Водителей там нет? Может, там дети, знаете, снизу на педали руками нажимают? У меня настолько все плохо, что некоторые дети... Они провалились сквозь пол, а эти на них прыгают. Эй, друзья, всем море приветов, Нептун здесь. Давайте же дальше играть в симулятор фиолетового парня. В симулятор Эфтена. Так, я уже, вот он Эфтен. Значит, это моя пиццерия. Это мое новое начало. В прошлом видео мы полностью смотрели на обновленный город, там снегопад, там снежные деревья. В общем, там было все очень здорово. И появились новые локации, новые места. А сегодня в видео будем опять развивать нашу пиццерию. Будем ее расстраивать, будем ставить разные прибамбахи и усовершенствовать. Нужно убивать больше детишечек, чтобы получить больше денежек. Это же логично. Итак, что мы будем строить? Первым делом предлагаю нам построить коридор. Но не обычный, а треугольный. Так. Поставили. Так, давайте пройдем, посмотрим, все ли нормально работает. Так, ну вот он, да. Блин, музыка зачетная. А что у нас будет с правой стороны? А справа я предлагаю нам поставить кухню. Так, только чтобы перевернуть нужно. О, вот так, да? Так не пойдет, так не пойдет, так не пойдет. Вот это другое дело. Кухня есть. А теперь давайте-ка расширим. Подождите, а бэкрум? А бэкрум, точно. Без бэкрума там дело-то у нас не пойдет. Сюда, а вот сюда могу поставить бэкрум. Надеюсь, проход будет не забагован. Или все-таки сюда. А давайте сюда. Подальше. Тут, я думаю, сверху будет у меня именно зал для кушания. Или подожди, я поставил или нет? Я почему-то не поставил. Ага. А вот теперь поставил. Так, бэкрум. Так, подожди, почему я хожу? Камон! Что это такое? Дайте мне вид из глаз. Во. Так, посмотрите, пицца, и здесь иногда можно. Да что такое? Камон! Помогите! Режим строения меня захватил. Он не выпускает меня. Тут чел уже пиццу хотят. Реально. Так, мне это не нравится. Мне так в крайнем степени не нравится. Почему меня кидает вот сюда? Что это за фигня? Пойду-ка я перезапущу. Так, перезапустил. Так, тут у нас выход. Время нормальное. Вот бэкрум, который мы строили. Так, о. О, я могу одеть костюм. О, наконец-то теперь могу реально одеть костюм. А раньше нельзя было, помните, костюм в разработке. Также можно положить на место. Всего лишь детей я еще пока ноль прикончил. Вот он, сосущий пылесос для детишечек. А это выход во дворик. Так, хорошо, вот все работает. Кухня. Давайте проверим. Так, пицца уже... А, пицца уже идет, смотрите, тачка приехала. Они хотят купить мою пиццу, держи. Я тут получаю, по-моему, по 100 баксов, да. Неплохо. 100 долларов за пиццу — это вполне себе адекватная цена. Я бы, наверное, дал бы еще побольше. Вот. Чтобы... А, это апгрейд. То есть я могу проапгрейдить его, да? Любопытно. А тут что у нас? Тут просто дверь. Пока она никуда не ведет. Став. Там, возможно, будет какие-нибудь что-то типа подсобочки. Но пока что там ничего полезного нет. Пицца работает, пицца капает. Но вот этой штуки не было раньше, точно. То есть, теперь можно как-то эту всю конструкцию как-то апгрейдить. Возможно, пицца будет идти быстрее, как вариант. Так что пока покормим наших водителей. Странно вообще, на самом деле, машина едет сами по себе. Водителей там нет. Может, там дети, знаете, снизу на педали руками нажимают. Ладно. Что нам построить здесь?
Так, давайте посмотрим, что у нас есть. Есть какая-то big room. Я не помню, чтобы она раньше была. Но реально, смотрите, она здоровая комната. Высоченная. Даже не знаю, зачем она мне нужна. Пока оставим. Так, офис надо построить. Или не нужно, или нужно. Так, давайте сделаем коридор. Отсюда ведущий... Вот такой прямой, да? Или такой же сделать? Треугольный. Так, давайте треугольный сделаем. И сделаем офис там же наверху. Вот. Стол пусть будет стоять в сторону кухни смотреть. Так, поставил. Теперь у меня появился... офис, и по ночам могут аниматроники ходить. А я могу запираться здесь. А тут камеры. Но камеры у меня нет. Но камеры можно ставить, покупать, как вы знаете. Так, все работает. Идеально. Так, а где у меня будет все-таки главный зал, где будут восседать все мои друзья, которых я потом буду убивать? Давайте с буквой поставим. Допустим, вот здесь. Я хочу посмотреть, как это будет выглядеть на деле. У меня мультик прекратилась, надо ее перезапустить. Все, пусть играет заново. Я поставил комнату, но получается, что здесь не выход на аллею. Там за дверью, получается, моя та комната, да? Вот видите, я ее поставил здесь. Здесь у меня, по идее, должны быть обеденные столы и прочее. Но теперь отсюда я могу выходить во дворик. Это максимально теперь странно. То есть у меня есть дверь с одной стороны, с другой стороны комнаты. Но игра думает, что это выход. И я, типа, вышел во двор. Представляете, насколько это эпично? Это очень странно. Ладно, а подожди, что будет, если я вернусь обратно? Я вернусь сюда. В бэк-рум. Окей, хорошо. А это будет чисто прихожка. Тут может быть какой-нибудь ресепшн, там одежду будут вешать. Здесь они будут есть. Оттуда я буду носить им пиццу. То есть все нормально, все предусмотрительно. Давайте-ка поставим, что ли... А, подождите. Я хочу, чтобы пока я строил, никто ко мне не приходил. Помните, там была такая штука? Это режим строительства. А где режим... режим покупок? По-моему, здесь. Давайте посмотрим вообще, что теперь здесь у нас появилось. Декорации, да? Плакаты. О-о-о! Появились торговые автоматы. Ну, эти, игральные автоматы. Аркадные автоматы. Их раньше не было. Интересно, можно в них играть? Есть автомат, посвященный Булумбою. Есть автомат, посвященный Чики, Фокси, Гоу-Гоу-Гоу и Фредди. Интересно, реально, вдруг в них можно будет играть? Вдруг разработчик устроил мини-игры? Надо дело проверить. Мангл. Вещащие звездочки. Шарик, ну этот, колба это шариковая с конфетами. Детская площадка. А вот, смотрите, предупреждение. Warning. Эта фишка может быть построена только в большой комнате. Вот для чего большие комнаты. Чтобы там помещать вот такие вот большие конструкции, которые в маленькой комнате просто не поместятся, не влезут по высоте. Вентилятор можно купить в офис. Нормально. Светящиеся пиццы. Гоночки какие-то. Еще гоночки. Более страшная версия. Ну, этой дыры с шариками. Утенок. Ква-ква. Можно, видимо, рыбачить и ловить уточек. Баскетбол. Ракета. Еще одна ракета. Это, видимо, шары с гелием, да? Блин, здорово. Разработчик столько всего нового внес сюда. Все это офигеть. Даже аттракционы есть, смотрите. Я хочу все это купить. А это полка для плюшевых, видимо, игрушек. А вот полка с наградами. Здорово, там, по-моему, пикачушки есть. Пикачу! Ладно, разберемся. Плюшевый Фредди, Бонни, Чика, Фокси. Фредбер. Спринг Бонни. Мангл. И... в воксельном стиле, видите, это Golden, ну, Голди, плюшевый Голди, это символ разработчика. Да ладно, бумажные человечки есть. Целая куча человечков. Это все стоит, между прочим, денег.
постеры. Ну, тут постеры разных ютуберов. Меня, конечно, не будет, как обычно. Так. Пиццерия. Что можно внутри построить? Стол. Стул. Это все как было. Сцена. Бухта Фокси. Шары. Камеры. Вот он. Вот вывеска. Что мне и нужно. Аниматроники какие есть. Ну, Фредди, Бонни, Чика. Окей. И смотрите, сколько всего нового. Это я все листал. Представляете, сколько здесь новых аниматроников. Так, хорошо. Так, давайте поставим пока знак. 1000, блин, стоит. Ну, ладно. Так, куда-нибудь сюда, да, наверх. Надо автоматом давайте. Так. Все, пока что закрыто. То есть, если я сейчас пока... Ну, допустим, я поставлю кучу столов и стульев, то ко мне пока никто не придет. Здесь я, пожалуй, сделаю столы и стулья. Здесь будет у нас обеденная штука. Я буду здесь звать детишек, а потом их заманивать вот сюда. Нет, подожди, это не то. Это выход. Ну, блин, за эту дверью, по идее, бэкрум. Черт. Я буду путаться, наверное, зря это сделал. Так, друзья, я немножко переиграл. Я сделал все то же самое, то есть так же все построил. Только я комнату бэкрум немножко повернул. Теперь тут, где будут обеденные столы, тут я буду выходить не во двор, а нормально в бэкрум. Тут будет стоять наш костюм. Здесь вот выход. Просто оттуда, с прихожки, в бэкрум не зайдешь. Но мне, в общем-то, и не нужно. Здесь будут столы стоять, поэтому здесь я... ну, сами понимаете, отсюда буду я звать детишек. Теперь нужно поставить столы, и давайте это сделаем. Так, народ, ну все. Вот мой шедевр. Правда, я немножко разогнался, и у меня очень много столов и стульев получилось, а денег немного, поэтому пока что пусть будет так. До вечера еще осталось буквально немножечко по времени. Нужно открывать. Open. Все, я жду гостей. Добро пожаловать. Заходите, заходите, мои дорогие друзья, заходите. Мой замечательный пиццерию. Туда нельзя. О, детишечки. О, а они даже модельки персонажей поменяли, да? Ну что? Давай, со мной, маленькие дети. У меня есть вечериночка только для вас. На кухню не ходить. На кухню, блин, не ходить, говорю. Так, и они еще хотят еду, кстати. Эти наглые пройдохи, они хотят еще и есть, представляете? Они хотят есть. Вот же голодный шалопай. Вечный, вот хлебом мне корми, дай им пожрать. Так, мои детишечки. Сколько детишечек, это круто. Вопрос только в другом, успели я потом всех накормить, скидать туда, куда, ну, понимаете, да? Туда, куда нужно. Так, за мной, детишечки. Думаю, что мы с вас начнем. Так. Пока никто не голодный, хорошо. Камон, надеюсь, вы не будете нигде застревать. Идемте, я вам сказочку расскажу. Давайте, камон. Пылесоса не хватает, пипец, как нужно срочно этих вот, эту партию. Так, дети, заходим. Заходим. Мне это напрягает. Это плохо, что не застревает. Мне стол придется убирать, скорее всего. Ладно, займемся пока вот этими. А, они уже уходят, смотрите, видите, значок выхода. А у меня нож есть. Все очень плохо. Они уходят домой. Так. Все, сбросил, да? Я могу только по одному убрать. Это прям очень удобно. О, зашла все-таки моя следующая партия. Закрываем. А я уже костюм Спринг Бонни одел. Идем сюда. Идем, детишечки. У меня для вас есть хороший ножик. А знаете, что с ним делают? Бьют вам в маленькое ваше маленькое детское брюшко. Я только пошел стоять. От меня, блин, не уходит. От Эфтона, друзья, не уходит. С Эфтоном остаются навсегда. Эй, голубушка, ты где? Где твоя мама с папой? Тут девчонка залезла, короче, на стол, не хочет уходить. Она говорит, я хочу аниматроника, покажите мне аниматроник. О, еще один. Фига. Так, а то точно не... Ваших мам нету здесь? Все, последний шкет убежал. Ладно. У меня для вас плохие новости.
У меня для вас... Ой, какие крайне плохие новости. Бдж! Фига, я уж скрючила. Бдж! Да! Кровавая песня. Детишки все убиты. Так, забираем и сваливаем все дело в контейнер. А вот уже 7:30 вечера. Так, 24 детишки в пакете. Ну что поделать? Трудный был, но плодотворный сегодня первый день. 24 ребенка я уже угандошил. Теперь нам нужно все дело аккуратненько сжечь. Погнали. Интересно, сколько я получу? 1860. То есть 1200, да, по-моему, долларов мне дали. Блин, насосатель. А для детей не хватит. Нужно поубивать побольше. Ну, правильное дело. У меня большую часть времени ушло в строительство пиццерии, и когда я ее открыл, уже было, по-моему, часа три, да, около того, там 2:30, и в итоге я почти весь день профукал. А нужно убивать детишечек мерзких с самого утра. Чем больше мертвых детишечек, тем больше я денежек к себе поимею, и тем больше аниматроников поставлю. А вот и новый день, я уже хорошенечко поспал, только что проснулся, вот утро, и я еду на свою любимую работу. Дум, денежки зарабатывать. Ну и катись, тупая машина. Глупая машина. Захотела от меня уехать. Мне бы немножко денег, хотя я могу... Кстати, на сосущий пылесос я могу, наверное, скрести, продавая пиццу. Уже пришли, нифига. Так, если буду продавать пиццу по 100 баксов, то мне нужно примерно около 7 пиц продать. И тогда будет прям... Прям все чики-прики и в дамки. Так, давай, подъезжай. Подъезжайте кто-нибудь. Мне нужно пиццу вам продать срочно. О, спасибо. Спасибо, что приехали. Так. Во, 1900. Я думаю, что на сосущий пылесос мы с вами еще накопим. Детишечки пришли. Матери хотят есть. Три матери уже есть. Замечательно. Надо с этим столом что-то делать. Надо его немножко сдвинуть назад. Давайте мы его ремувнем. И стол тоже. И, наверное... Да пока что не будем ставить. Я думаю, что нам и так хватит места для мамочек. А вот детишечек надо бы, конечно, по-хорошему... ну, поняли, да? Кто со мной тут герой? А чего вы уходите? Некоторые дети почему-то уходят. Эй, дети, не уходите, я ваш друг. Я ваш друг. Так, тут тачка приехала. Нужно не забывать про тачку. Детишечек тоже собираем. Так, так. Вы мои, все мои дети. Все мои дети. И ты мой дитё. Мамочки у вас пусть здесь постоят. Подождут. Вот я не понял, ты чё, вот ты чё на кухню пришёл, а? Вы чё все на кухню пришли? А ну, брысь отсюда. Здесь производственные как бы работы, понимаете? А ты чё, сам умный что ли? Ты чё по головам прыгаешь? Ты что, пиццу так сильно захотел? Да на, подавись. Ты что по головам-то прыгаешь? Совсем никакого уважения нету. Я же могу несколько, да, набирать? Замечательно. О, отдали. Надо скоро мамочек кормить. А то мамочки скоро проголодаются и устроят бунт. Типа, что это у вас за самая стрёмная пиццерия? Нифига, тут не кормят. Я пришла пиццу поесть, а мне пиццу не дают. Фу-фу-фу. Напишу плохой отзыв. 2 звезды из 5. Так, там уже краснеют немножечко мамулечки наши. Так. Так, окей, хорошо. Вот это вот замечательно, то, что разработчик сделал. Теперь можно ходить как бы сквозь детей. Это прям реально очень-очень круто. Так, ты хочешь быть моим другом? А ты? Вы все же хотите быть моими друзьями. Так, нужно немножко пиццы взять и тачку покормить. Во. Я думаю, что к концу дня мы сможем накопить, друзья. Так, вот еще новых детишечек полно. Я вас приведу к Фредди! Я! Слушайте, а давайте мы оденем костюм Спринг Бонни. А то без костюма Спринг Бонни как-то, ну, жизнь не в радость. Все-таки. Так. Мамаши голодают. Есть, все, я в костюме. Теперь они будут охотнее и более... Они будут более мне доверять. Если, конечно, не будут застревать в дверях. А то они в дверях застревают. Ты чё там ходишь, а? Чувиха, камон. А
она ходит прямо по пицце. Она реально, она была на пицце. Она ходила своими грязными ногами на пицце. Come, little children. Мамаша, дай пройти. Мамашечка. Так, кто там еще? Ты недовольная, держи. Все, всех покормили. Почти всех. Есть. Сейчас, наверное, сейчас так и сделаю. Вот сейчас я продам пиццу еще одну. И... Все, у меня ровно 2500. Поэтому погнали всех детишек. Надо пригласить в нашу волшебную комнату. В нашу Нарнию. Это наша Нарния. Заходим, заходим. Так. Все, я купил. Сосущий пылесос. Так, заходим, заходим. Не стесняемся. Заходим. Все, все дружненько. Давайте. Давайте, давайте. Я говорю, заходим, а не выходим. Да, заходим и не выходим. Блин, что за столпотворение? Ладно. О, полетело. Так, всех, всех законопачу. Всех, 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 всех. Вот, началась кровавая, кровавая разборка. Так, а теперь мне нужен сосущий пылесос. Так. Где он? О, видите? Сосущий пылесос. Сосем детей, сосем детей. Так, а эти не сосутся, о? Все, засосались. Нож убираем. Пылесос на место и продолжаем. Ух ты, сколько желающих. Там он по голове аж прыгает, смотрите, один ребятеночек. Блин, вы там будете заходить, нет? Так, надо их немножко раскочегарить. Чтобы немножко отошли. Просто кто-то хочет зайти, а кто-то хочет выйти. Блин. Заходим. Заходим. Так, друзья, у меня проблема. У меня детей настолько много, что они застревают. Они застревают в проходе. Вот здесь застряли. И мамочки застряли в куче с детьми. Очередь как в булочную. Или, знаете, очередь как, знаете, в день зарплаты пришли. Зарплаточку свою получить. И они все идут и идут. А я не знаю, как мне... как мне расширить двери? Пожалуйста, кто-нибудь помогите. Нету возможности расширить двери, что ли? Ну это вообще не круто. Ой, боже мой. Дай бог, чтобы они все сюда пришли. У меня настолько все плохо, что некоторые дети... они провалились сквозь пол. А эти на них прыгают. Боже мой. Какой же это дурдом. Хотя, с другой стороны, это хорошо. Сейчас время пройдет позднее. Сейчас все родители взрослые уйдут. И мы всех этих детишек порубим на капусту и... И все. Главное, чтобы время было позднее. Чтобы мамочки эти все ушли. Мамочка, иди давай домой. Там твой любимый сериал начался. Вперед. О, все, они исчезли. Все, они все исчезли. Сейчас мы начнем ходить и делать грязь, грязь, грязь. Никто отсюда не уйдет. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Все, время позднее, я сейчас все сделаю клёзит. Все. Бу-ка-ка. Не вы, не уйдете, не уйдете. Я защищаю дверь на выход. Я защищаю дверь на выход. Круто. Так, что, тут куча детей. Я не знаю, смогут ли они засосаться в мой пылесосик. Так, тут вроде никого нет. Фу, слушайте, прикольная тактика. Сделать так, чтобы они... Сделать так, чтобы они застряли. Так. Не знаю, насасываю я или нет. Так, давайте засасываем больше деточек. Угу, нормально, нормально пошло. Горяченькое. Вот здесь была еще куча детей. Под этим. Под полом. Так, давайте посмотрим, сколько я получил на сегодня. 43. Ну, это где-то около 2000, да, с небольшим. Скорее всего. Могло быть и лучше, если бы не эти косяки с застреваниями. Было бы просто замечательно. Все, всех детей сбросил. Ну, теперь пора их сжигать. И... Шмоньк. 2295. Ну, в общем, такими темпами можно и пофармить. Сейчас пойти отоспаться вдоволь, заново снова на работу, опять поубивать детишек, ну и накопить побольше денег, а затем поставить что-нибудь прикольное в моей пиццерии. Эх, утро.
Утро очередного дня. Я накопил уже 14 645. Теперь можно что-нибудь такое прикольное купить. И украсить. Так, скажем. Так, тут у меня офис, да? Что бы нам такого украсить? А давайте, дети, купим большую комнату. Big room. Вот здесь. Так. А как ее поставить так, чтобы... ладно, пофигу. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. О! Я поставил, и я могу выйти через нее куда-то вовнутрь дворик. Ладно, мне это не нужно. То есть, как бы из обеденного зала я могу... А, тут еще плакат, видите, висит. Надо его тоже убрать. Так, плакат убрать, потому что он висит в воздухе. Это не круто. Плакаты не должны сидеть в воздухе висеть. Все. Сюда можно поставить что-нибудь крутое. А можно две больших комнаты поставить. Бигрумов, давайте. Две бигрумы. Вот так и вот так. К примеру. Теперь у нас две бигрумы. И здесь будут чисто аттракционы, короче, аниматроники и прочая-прочая ништячковая штука. А здесь надо этот проход замаскировать, чтобы никто туда не свалился потом. Давайте поставим сюда сцену. Да блин, я все время не то включаю. Так, давайте поставим аниматроников. Так. Значит. Это где? Стойка, вот она, стойка для аниматроников. Давайте, и мы, по сути... Замаскируем проход. Та-дам! Все, и не было никакого прохода. Опять этот баг. Опять этот баг. То есть баг такой, что я рано или поздно меня кидает вот в режим строительства. И я там начинаю бегать. И отсюда выйти невозможно, только перезапуском игры. Ну давайте поставим аниматроников, наверное. Фредди. Стой, здесь опять... Ладно, придется мне сначала выйти в меню, а потом вернуться обратно. Тогда этот баг, по идее, пропадает. Так, я перезашел. У меня Фредди стоит на месте, это хорошо. Но при этом у меня там почему-то стоит тоже Фредди. Это как понимать? Почему он у меня раздвоился? Чувак. И он... Он что, взлетает как будто? Чувак, ты что здесь делаешь? Я тебя не покупал. Или я купил как-то двоих одновременно? Как так? По-моему, я купил нечаянно здесь Фреддика. Черт, потратил 1000 баксов. Походу, дело, когда выходил, нечаянно нажал на покупку еще одного аниматроника. Но это... Это жестко. Давайте Бонни тогда возьмем. Чтобы жизнь медом не казалась. Тихо-тихо, ты так не прыгай. Боняшка. Че с ним, че с ним, че с ним? Успокойся, успокойся, боже-боже. Чувак. Все, успокойся. Че на меня так прыгаешь? Чика. 5000, блин, стоит. Ну вот, уже что-то, видите, да? Уже красота. Надо бы бухту Фокси поставить. Где-нибудь в углу, да? Пиратская бухта. Ну, далеко не будем ставить. В углу мы что-нибудь другое поставим. Интересно, я... Мне хватит на Фокси? О, 7,5, конечно же, не хватит. Будем копить еще. Может, что-нибудь, какую-нибудь декорацию поставить в угол? Что в угол можно поставить? Вот. Вот эту штуку. Дети будут подходить и есть конфетки. Та-та-ра-па-па-па-пам-парам-пам. Она что-то мне может дать? Нет, она ничего не дает. Просто... Хотя, подожди, может быть, дети будут подходить и тратить деньги, покупая там конфеты, а мне деньги будут капать, как вариант. Ну, друзья... Я думаю, что застраивать эту большую комнату новыми всякими штуками будем уже в следующей серии. Это была, знаете, такая серия подготовительная. Я немножко расстроился, построил столы, накопил денежку и построил здание. А в следующем видео будем это здание заставлять. Так что непременно ждите следующую серию и ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. Строим свою пиццерию мечты Фредди Фазбера. Только вместе. Всем пока-пока.